Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небес Жизни. Сегодня поиграем на веточке Тигр Хеншель 1. В эту ветку входит непонятный для меня лично Ягдпанзер 38, похож на Хетцера, но проблема в том, что... Хетцер, да? Вроде бы Хетцер его называли. Проблема в том, что я не знаю, как на нем играть. Его пробивают, когда я против него играю, его я пробить не могу, поэтому, да. Основной танк, на который я хочу, конечно же, попасть, это ВК 3002М. Поэтому будем сегодня играть на Тигрике. Проиграем на Тигрике, возьмем его. Проиграем на ВКшечке 3002М. Ну, собственно говоря, заканчивается бой, потому что не вижу смысла играть на технике, которая у нас... Ох ты ж, наконец новая карта Япония. Но в предыдущем будет за КВ2 играл 3 раза подряд, одинаковая карта, одинаковый режим. Так, значит... Тигрик, проверяем снаряды. 4 кумуля. Бронебойный снаряд с хорошим пробивом, меньше... нет, спасибо. С Богом. Ну вот те раз-два. Союзник застыл в ожидании, при этом левее повернуть никак. 15-16 возьмем. Дополнительных снарядов нет. Погнали так. Не успел я занять свою позицию, к сожалению, но... Что поделать, союзник перекрыл немножко все. Вот тебе и проблема. Ни вперед, ни назад. И дым только сейчас подействовали уже. Да, под башню не успел подать. Ну ладно. Чел прошаренный. Думаю, на этом я закончу свой бой. Не вижу смысла дальше играть. Ну, начало неплохое. Агрессивно они что-то перли здесь, да. Агрессивненько. Я ничего сделать не мог. А я что такого... А, да, я вначале уничтожил пантеру вроде бы. Неплохо. Но все равно, да, союзник стоял вначале, не дал мне нормально проехать, я завернулся. Не успел подъехать куда стоило. Теперь мы с обратной стороны, так же само, 3 точки. Фу, давайте будем с левой части тогда отыгрывать пока что. Я бы точку С прикрывал, но знаете, как-то... Пока что хочется размяться на Ашке. Вот назад это просто вечность. Кто-нибудь прикрывайте меня. Ладненько. Ремонтируй вас. 2 часа.
сильно. Куда? Сори, я на молчаночке, так как немножко не понимаю, куда. ВЛД. Серьезно? ВЛД? Серьезно? Как? Так, давайте поборем за точечку С тогда. Что-то мне как-то точки А уже не нравится, знаете. Развод, все, подъем на развод. Ну, плохо. От трех я не вернусь. Так, ладно. Да ё-моё! Ну там такой дистанции, пойди еще прицелься для начала. Да, сильно, сильно, сильно. Не, ну, ребят. Разве что только воздухом могу прикрыть. Но у нас этот... не крупнокалиберный, поэтому... я думаю, мы тут ненадолго. Авиации что-то не видать. Не вижу, не вижу. В упор не вижу. Вижу. Есть. Сваливаем. За дом быстро. А, нет, все, здесь, конечно, да. Ничего не сделать. На этом да. Заканчивается наш бой. Не, ну конечно, да. Медленный поворот башни, это сильно. Но я с этим ничего поделать не могу. Отыграл как смог. Мог бы и не переть вперед, понимаю, но союзникам по центру нужна была поддержка. Замок был захвачен. Надо было наносить удар сбоку. Пришлось жертвовать собой. И своей снайперской позиции, так скажем. Особо выбора-то и не было.
Хорошо, давайте еще один боёк, наверное, тогда. Не, за КВХ, конечно, да, победы победами, но там просто везло больше. Плюс я-то сделал, что смог, меня еще не пробили чудом. Я аж на тигре был. Как можно не пробить на тигре? Или он не попал, я так и не понял. Но потом, да, я башню довернул. Дал залп. Ответный последовал. Оба погибли. Ой, Сталинград. Это, кажется, мой любимый режим, и тут даже есть одна красивая позиция. Правда, я ее не помню, серьезно. Придется на память искать. Насколько мне помнится, позиция находится справа. А где именно, я не помню. Сейчас, я думаю, поеду, вспомню. Мне главное увидеть саму эту часть к проезду. Текс, и вроде бы тут, не тут. Не, дальше. Где же эта позиция? Так, что ямба? Я уже развернулся, да? Да, значит, вполне возможно, она у нас где-то здесь. Нет, нет, дальше. Ё-моё, как я... Сбиваюсь. И она даже не здесь. Ладно, она с другой стороны здания была. Ничего, отсюда тоже сможем пострелять. Короче, позиция где-то находится тут. Суть в том, что есть... Одно место, блин, я уже заехал слишком далеко. Выехал вообще не туда. Так, вернемся, пожалуй. Немножко по карте не ориентируюсь. Понял, принял. И куда мне тебя пробивать-то? Запрашиваю артиллерийский удар. Ничего, хана, братишка, мне. Стабилизируйся ты. Я бы на тебе уже... Он стоит за своими препятствиями, я подъехать нормально не могу. Главное недалеко заезжать. Yeah.
Я понимаю, слева, но мне прям сейчас критически необходимо. Заставить его заткнуться, наконец-то получилось, хорошо. Вот это сильно было. Ну что, чел, я без снарядов. На пролом! До выбора, ребят, нет, я не рассчитывал, что буду играть в такую игру. Это сильно. Так, гусь у всех целый, хорошо. Что делать-то? Домами могу прикрыть, но... Нет. Насколько я помню, там каждые вроде бы 5 минут дается дополнительный боезапас. Или я забыл об этом. Сейчас, челик, дам. Сейчас, подожди. Черт. Еще сзади. Так, ладненько, тогда... Только такой варик будет. Дымы. Нам бы еще в заднюю часть дать дыма. Все, ребята, сори. Свою игру отыграл. Сделал, что смог. Да, без снарядов, конечно, я так выехал. Но что поделать? Я запасся на то, чтобы пробивать. А у меня тут, оказывается, не хватило. Сколько у меня было? 16. Добавим себе, раз опыт получше. Хотел дать по их базе. Вспомнил, что у них в данный момент. Ну, кстати говоря, смотрите, мы отбили базу. Сейчас даже имеет смысл реально подъехать и дать авиаудар. Еще ближе. Слишком большой разброс. Слишком большой не нужен. Должен быть просто разброс. Союзников пропускаем. Давай, братишка, едь. Сойдет. В упор промазать. Шок, конечно. Молитву заряжен. Ну что, готовимся. Кого не видно. Сейчас я покажу позицию. Вот. Обычно выезжают вот из-за этого угла. И фигарят наших. Ладно, не успел. Вот отсюда. Нам нужно спрятаться чуть дальше. И вот когда я прятался дальше, я из этого угла несколько раз убивал танки, которые прям отрядом целым выезжали, по две, по три штуки. Все три танка были уничтожены в один из боев таких. Ну, второй бой неплох. Конечно, здесь и больше такую роль пробки сыграл, продерживая направление. Затем помог захватить базу. То есть тут, конечно, роль свою я полноценно выполнил. Рискованно было, да, подъезжать вот таким образом, задница, я понимаю, но выбора тупо не было. Откинул дымы, два оставшихся и... Собственно, да.
Проехал уже. Дождался КД, да захватил, когда пришло время здесь. Ну, сильно. Попробуем, наверное, сейчас более агрессивно отыграть. И отыграем, знаете, от той части, от которой я не отыгрывал. Или наоборот, отыгрывал. Давайте, ладно, не отыгрывал еще. Сразу говорю, опыта сражений здесь у меня нет. Но понимание, что делать, все равно имеется. Вот этот домик. Насколько я помню, из-за него иногда меня убивали, поэтому будем пытаться отстреливаться от Седова. Есть тебе удар. Да и обстрел. В помощь. Не, ну КВ хоть здесь не пробить. Я еще бочинку подставляю. Есть ДПВ удар. Нужна помощь на защите. Там у нас никого в прикрытии нет. Придется ехать. Еще одна точка у нас. Преимущество на нашей стороне. Блин, я так сейчас тупанул. Я должен был дать авиаудар. Вот пример, когда дымы могут спасти. И откуда, кто? АРЛ-ка из города все-таки. О, вот это, конечно, ребята, вот это дистанция, вы поняли? Даже я его не заметил. Ну что, погнали, давайте тогда защищать точки. Я понимаю, что сейчас фигню творю, но... Ну, ребят, давайте вот так сделаем все-таки. К тому же нас никто решил не преследовать. Следующий авиадар можно будет сделать сверху. По крышам противников. Желательно зачистить точку С или Б. Погнали. Ищем на кого залететь, на точку С или Б. Цели найдены. Чисто. Опа, даже кого-то убили. Неплохо. Мне точно надо пробивать. Неважно, что произойдет. Важно именно пробить сейчас, поэтому... Жертвуем убойностью, будем бить по противникам как можем. Фигово. Офигенно игра работает, знаете ли. Я без починки никуда не поеду, ребята, извините. А вот это я облажался сейчас.
все нормально, увидел, что союзник у нас спереди. Прикрыл нас, поэтому... Так, ну все хорошо. Вижу бомбу, вижу две, отступаю. Хорошо, выжили. Показалось, что это танк, вот эта фигня. Ступеньки вот эти. Так, захват, точка Б, приоритет. Все хорошо. Так, чисто. Все хорошо. Слушайте, нормально выполнили задачу. Большая часть точек захвачена нами. Погнали на точку А. В принципе, да. Здесь мы хорошо отыграли. Может, даже еще успеем на точку А помочь. Союзник, что ли, или противник, не могу понять. Есть повреждение, значит, противник. Мы захватили большую часть. Мини-бонус получили. Противника не видно. Хотя стрелял сзади. Ну и откуда же? Гений такой нарисовался. Понял, принял. Черт подери, двойная проблема. Вы видели, что я сотворил, какую фигню? Ай, жесть, я увидел, что слева от меня, справа и спереди. Я просто развернулся, я понимал, что уже здесь ничего не сделать. Понятно, что сдаваться не буду, это победный бой. Отыграем на ПТшке. Чисто с подкалиберами. Погнали. Вряд ли они вызовут авиа в качестве защиты, поэтому... Ну, я, может, даже еще успею дать залп. Не, все, не успеваем. Сбросил в конце. Грустно, немножко не успели, что поделать. Если ничего не поделать. Ну да, грустно, ну ладно. Но зато мы заняли вроде бы топ-2, да? А, еще лучше, топ-1, слушайте, хорошо. Спасибо за просмотр всем, кто смотрел. Я старался отыгрывать максимально качественно, прикрывая товарищей. При необходимости рвался в бой. Всем пока, всем добра.